что лифт не работал. Это, тут лифт. Почему? Лифтерная приезжала, она за день могла, допустим, 3 раза приехать. Угу. За день. Два здесь лифта. Да, ну не такие страшные, что просто кошмар. После того, как ремонт сделали, я не знаю, что там. А там делали там, ремонт? Да, там сделали, внутри красиво сделали. Угу. А ну, то, что нам говорили, а да. То, что он трясся вот так вот, угу. Он и продолжал трястись, очень опасно ездить. Там так нужно вскочил, угу. И очень быстро ноги. Главное, успейте быстренько заскочить. А в маленьком тоже мы с женщиной застряли. Не помню, с какого этажа. И факт тот, что двери закрываются, нету вот, ну, блокировки. Да, муж хотел как-то чуть-чуть уже задержать, но он руку убрал. То есть там рука осталась? Да, осталась, потому что вот перед этим как-то ребята тоже рассказывали, застряли и хотел ногу вставить, так еле ногу вытащил оттуда мужчина. Там жестко очень. Скажите, да. Вот летом же, вот это нам поменяли эти кабели. При этом, да, вот. Был ремонт, поменяли кабины, красивые, ну, в принципе, они красивые, вот это вот, как-то поначалу вроде бы и работали, ничего, вот это вот. Ну, датчик не работал, вот так вот, даже датчик. Очень часто застрявали, и он очень страшно хлопает дверьми, просто там же нету вот такой прослоечки резиновой, как раньше было, там металлический, чистый металл, да? Металл, и очень тяжелый, такой хлопок, прям на нем страшно ездить, и прям поднимаясь, а он весь трясется вот так вот, ну. А нам говорят, что были недавно заменены, да, были кабины? Ну да, они отремонтированы. Или грузовой? Грузовой, да. Ты посмотри, там действительно гильотина. Вся проблема это лифт. И то, что бабушка оставила ребенка. Это все. Ну, конечно, во-первых, мальчик уже взрослый, 9 лет. Да. Мальчик самостоятельный, всегда пропустит, он какого-то такого, знаете, поведения не наблюдалось. Тем более бабушка, там что-то, по-моему, телефон забыл. И если он закрылся, то он потом автоматически не открывался. Это все. Как бы зажало и. В лифт очень опасно, и маленький тоже, но это ты так садишься, главное, что прыгает. Вот. Я прям чувствовала, что это беда закончится, потому что было страшно ехать там. Я живу здесь 18 лет, мы гораздо чаще ходим пешком, чем ездим на лифте. Потому что не работали лифты, они все время были холодные. Когда он последний раз поломался? Последний раз я 8 числа просидела час в лифте. 8 марта? Да. С собакой, которая... Через час приехали, нас спасли. Сколько поступало этих самых жалоб? Жалобы поступали до того времени, пока не установили лифт. Как, пока не было капитального ремонта там, жалобы были постоянно. А нам говорят наоборот, жители, мы же сами, пообщались, жильцы нам сказали. Снимайте. Все понятно, да? Потому что, ну, ко мне таких заявлений не поступало. Ко мне заявлений таких не поступало. Куда обычно идут эти звонки? Идут на диспетчерскую. На диспетчерскую службу горлифта. Нет, это раньше был горлифт, сейчас СМП. А, сейчас уже другая диспетчерская? Ну нет, она то же самое осталась, она просто перешла в СМП. А что такое СМП? Новый подрядчик, который обслуживает лифты. А, в московском районе? Да. И как называется? СМП 735.